Ребята получили куртки с символикой движения и путевки в уголки области, куда они отправятся трудиться. В этот раз помощь отрядов понадобилась в Тамбовском, Мичуринском, Мордовском, Петровском, Сосновском, Мучкапском и Инжавинском районах. Вообще снежный центр – это очень большой спектр работы, который они выполняют непосредственно в районе. Начиная со школьников – это работа профориентационная, это мастер-классы по патриотическому воспитанию, с младшими классами проводим веселые старты. Вот, соответственно, уже более возраст, какой-то местный сельский населением, с молодежью проводятся спортивные игры, какие-то либо соревнования. Оказывается, шефская помощь всем нуждающимся. Первый отряд отправится на работу в Притамбовье уже 30 ноября. Ребята пробудут там примерно неделю и, кроме всего прочего, смогут заработать. Например, средняя зарплата в месяц за сезон у них нередко превышает 30 тысяч рублей.